В Сокольниках, 100 лет назад дворянин был редким гостем. Здесь селился черный люд, ремесленники, фабричные и мелкие торговцы. В Сокольниках на исходе 19 века и в начале 20-го иждивением московских купцов выстроено множество богоугодных заведений, домов бесплатных квартир, больниц для бедных, богаделин. Но человек страдает не только телесными недугами. Для врачевания душевных ран издавна в Первопрестольной возводили училище благочестия, благолепные храмы, где ощущалось незримое присутствие Спасителя на земле. Оживала сердечная теплота и любовь друг к другу. Величественный, богато украшенный приходской храм в Сокольничьей Слободе задумал выстроить местный житель, священник Скорбящинской церкви при Бахрушинской больнице, отец Иоанн Кедров. Немного слов, а много дела. 29 июня 1909 года у Сокольничьей заставы отец Иоанн заложил первый камень, доселе нигде не встречавшегося, 9-купольного двухэтажного храма, и вместе со своими духовными детьми приступил к строительству, которое длилось 4 долгих года. Рассказывает прихожанка Наталья Ильинская. Когда первый раз я пришла в храм, я услышала чудесную историю об этом храме, что якобы, когда отец Иоанн Кедров начал этот храм строить, ему было явление Богородицы. И будто бы она ему первый раз сказала: «Строй на этом месте храм». А отец Иоанн не строит, не на что строить. Она ему является второй раз. Это мне так рассказывали прихожане. Опять не строит. Тогда, значит, снится она ему, опять является во сне и говорит: «Я тебе сказала, строй храм». И отец Иоанн Кедров, значит, начал строить этот храм. А сам про себя горюет: «Ну как же так? Строит храм, а чем же расплачиваться-то нечем?» И вдруг как-то, вот когда ему завтра, допустим, нужно рассчитываться, приходит старичок. Некоторые говорят, что звали его Николаем. Некоторые говорят, что звали его Александром. Так рассказали мне эту историю. И он попросил батюшку Иоанна Кедрова, значит: «Ну, приюти меня, пусти меня сюда жить». И будто бы вот его сюда в одну из келей поместили, покормили, дали ему переночевать. А утром, когда перед ранней службой пришел батюшка посмотреть,
где же его гость, то на столе стоял чудным образом мешочек, и в нем было столько серебряных монет, сколько нужно было заплатить вот за эту несказанную красоту. Новый московский храм осветили в честь главного православного торжества – Воскресения Христова. Накануне престольного праздника сюда приносят светить куличи, как недавно уверовавшие в Бога, так и прихожане, помнящие строителя и первого настоятеля святыни, отца Иоанна. Вспоминает матушка Александра. Добрый, любил очень детей, любил пожилых. И особенно, когда бывает причастие и крест, когда выдает, он всегда предлагал граждане, братья и сестры, пропустите детей, и пожилых, и старых, и больных. И все очень его одобряли, все его очень любили. Господи, помилуй! Господи, Боже наш! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вспоминает Петр Иванович Кедров, младший сын отца Иоанна. Он был очень внимательный, очень добрый. И одновременно очень строгий. Строгость эта выражалась в чем? Почему? Потому что он вставал в 4-5 часов утра и ложился часов в 11-12. Шел он, значит, в церковь, приходил в 10-11 часов дома, покушает и прием делает. Кто придет к нему из прихожан. Он любил прямоту и правду. Здесь уж ему не говори и не ври. Не любил, когда рано начинали курить. Особенно мальчику. Это он всегда уходил, если закуривали при нем, он уходил с этого места. Старался, чтобы понял малыш или там взрослый человек, что он это не беременный. Учил он нас всему и плотничать, и землей обращаться, и огородничать. Жили мы около церкви в доме, в одном деревянном доме. Занимали весь мир. Воскресения Христова в первые годы советского лихолетия часто совершал богослужение великий русский святой, всероссийский патриарх Тихон. Здесь в начале 1945 года состоялся поместный собор, избравший патриарха Московского и всея Руси Алексия I. Во вторник Светлой Седмицы прихожане привыкли встречать у себя святейшего патриарха Алексия II.
храму мирной жизни. Началась мировая война, затмившая все предыдущие по числу жертв. А в 1917 году грянул Октябрьский переворот, с первых же дней своей победы, объявивший войну православной вере. Храм Воскресения Христова в 1918 году пытались расстрелять из пушек, прихожане не позволили. Спустя несколько лет решили взорвать, но испугались толстых крепких стен. Динамита надо слишком много, можно повредить расположенные неподалеку правительственные дачи. Христос воскрес! Означенная церковь расположена рядом с парком культуры и отдыха, возмущались атеисты Сокольнического района, где проводится массовая просветительская работа, и наличие рассадников религиозного дурмана ни в коей мере не может быть терпимо. Безбожники требовали отдать святыню под клуб, драматический театр, наконец, под дом обороны. Прихожане отстояли. Стоящий слава Твоя, на небеси стоять и мне. Духовные дети первого настоятеля, следуя заветам своего батюшки, завещали потомкам любить Кедровскую церковь, как часто в просторечии называли Воскресенский храм, более самих себя. Ибо храм – это символ нашей веры, надежда на всеобщее воскресенье. Рассказывает внучка отца Иоанна, Ольга Кедрова-Чернышова. С Кучеровым очень связана любопытная история. Это был не просто купец, это был директор театров Варьете Аркадий Итивалит, человек очень колоритный, безумно богатый, необузданных совершенно страстей, не знающий ни в чем никаких ограничений, вино, женщины, роскоши, деньги и все. И это не легенда, это быль. Однажды во время совершенно дикого какого-то кутежа у Яра один из его собутыльников сказал, что вот если бы ты поговорил с священником Сокольнической церкви, ты бы забыл все, ты бы бросил вот этот образ жизни, ты бы стал праведником каких поискать. Он посмеялся, сказал, что это невозможно, что Горбатова исправит могилы, что он не верит ни в черта, ни в Бога. И поспорили они на ящик шампанского. И вот он как был, пьяный, грязный, с цыганами, залез в пролетку и приехал к храму. А на пороге его встречал отец Иоанн, как всегда, очень скромный, очень тихий, встречал вечными словами о покаянии. И, видимо, нашел много для него других слов, и, видимо, долго длилась исповедь этого купца, потому что вышел он из этого храма только через 3 часа, и не вышел, а выполз на коленях, отбивая бесчисленные поклоны. И с тех пор это стал один из самых, таких из самых постоянных, из самых верующих, из самых дорогих вообще отцу Иоанну прихожан. Многих москвичей врачевал от духовных недугов пастырь добрый, батюшка Иоанн. В смутные времена жестокого 20 века он поучал свою паству, предостерегая ее от восторженного восприятия новоиспеченных перемен. Нас разделили на партии, чтобы во вражде и разделении мы сами себя опозорили и уничтожили. Дошли мы до великих ужасов. Кто может поручиться за жизнь на завтрашний день? Православный человек, если ты не хочешь быть рабом других народов, для которых Россия, наше отечество, лакомый кусок, а мы все рабочая сила, на нас они будут пахать землю и возить навоз. Опомнись, пойми, что ты русский, и никакие другие народы не дадут тебе защиты и спасения. Все они преследуют только свои цели,
Никто. Только ты сам сможешь спасти себя от мучений и отечество от позора. Спасти не насилием, разорением и кровью своих отцов, братьев и сестер в междоусобной войне, а спасти себя верою во Христа, который еще есть в тебе. Христос Спаситель взошел на гору Фавр помолиться, и с ним произошла чудная перемена. Лицо засияло, как солнце, и одежда сделалась бела. Будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный совершен есть. Молитва есть наша беседа с Богом. Она преображает человека. Для общей молитвы, которая особенно благодатна, выстроил отец Кедров храм, вмещающий несколько тысяч человек. Всегда были толпы верующих. И вокруг него всегда были толпы людей, которые его обожали. Ну, нельзя не любить было этого человека. Нельзя было не любить человека, который привел тебя к Богу. И в конце концов, его же трижды приходили арестовывать. Трижды. И всякий раз собиралась толпа. Толпа, готовая растерзать представителей власти, но не подпустить к отцу Иоанну. И один раз пришлось фактически спасать НКВДшников, потому что толпа настолько озверела, требуя защиты, она просто стала кольцом вокруг дома и храма, что им пришлось просто уносить ноги за горками. И это только на третий раз удалось его арестовать. Конечно, какое можно было предъявить обвинение такому человеку? Обвинений не было. Выпустили его, во-первых, потому что безумное количество прошений было. Люди не останавливались ни перед чем, ни перед страхом собственного ареста. Все равно люди писали. Тут уже трудно сказать, что повлияло, но, скорее всего, то, что он смертельно заболел. Уже он никому не был опасен, ему оставалось очень недолго жить, и его выпустили. Выпустили с запретом. С запретом читать проповеди, потому что больше всего на свете боялись вот этого его умения сказать и привлечь. Вот. А что значит отнять у человека право читать проповеди, у священнослужителя? Это неотъемлемая часть его предназначения. Это был колоссальный удар. И он, конечно, способствовал тому, что он тяжелее себя чувствовал. И нельзя было жить в Москве. С большим трудом удалось добиться разрешения, чтобы разрешили жить на какой-то там километр Алабина. Бывшая собственная дача, ближнее Подмосковье, чтобы ему дали там умереть спокойно. Ездили туда все дети за ним ухаживать, потому что болел он очень тяжело, безропотно снося все муки. Ныне храм Воскресения Христова – один из самых почитаемых не только в Сокольниках, но и по всей Москве. Прихожане верят, что заступничество Пресвятой Богородицы помогло ему пережить тяжкие атеистические годы, когда по наущению дьявола одна за другой гибли московские церкви и часовни. Кедровский храм приютил у себя многие православные святыни уничтоженных Божьих обителей. Среди них чудотворную Иверскую икону Божией Матери, которой 2,5 века поклонялись богомольцы в часовне Воскресенских ворот Китай-города. Боголюбскую Московскую, перенесенную с Варварских ворот Китай-города, Страстную из разрушенного Страстного монастыря на нынешней Пушкинской площади. Еще 14 чудотворных образов и святые мощи
многих мучеников, исповедников и святителей сохраняются здесь. Смертью отец Иоанн переживал не за свой близкий конец, за храм. Выстоит ли? Или его ждет участь сотен других московских святынь? Храм выстоял, еще более благоукрасился и вечно будет помнить своего строителя и первого настоятеля. И когда он умер, полагалось по тем временам, чтобы тело было захоронено там, где умер. Но разве могли допустить прихожане, чтобы его закопали там где-то, в Алабино? И сделали все, чтобы организовать перевоз тела в Москву. Это страшная совершенно страница, потому что его одели как живого и посадили в машину как живого. С двух сторон сидели два сына. И так вот машина, как будто это живой человек, проехала 47 в Москву, эти 47 километров. Тело положили в храме. И пришли два врача из Бахрушинской больницы, имени я их не знаю, которые были прихожанами этой церкви, которые предложили свои услуги и забальзамировали тело. И пришел мастер, который сделал нетленный гроб, им его тоже неизвестно. И приходили люди, которые стояли ночами, но нужно было еще получить разрешение на похороны. А разрешение на похороны боялись, что будет огромное стечение народа. Оно и было. Вот эта уникальная фотография похорон отца Иоанна. Посмотрите, что творилось. Это только маленькая часть толпы. Вот крест, снятый с купола храма, который потом вкопали у изголовья его могилы. Идти через центр, ведь это не поедешь, не пойдешь. Идти через центр толпе не разрешили. Они шли по окружной, из Сокольников до Рижского вокзала, где Пятницкое кладбище. Половина из этих людей потом исчезли за участие в этой демонстрации, в этих похоронах. Очевидцы рассказывали, что было много фотографов из центральных газет, потому что для Москвы 1932 года это беспрецедентное шествие. Где эти фотографы? Они тоже исчезли. Исчезли эти два врача, которые забальзамировали тело. То есть практически люди шли, зная, что они могут получить за это. Но тем не менее они шли. И приходят до сих пор уже дети и внуки тех, кто когда-то провожал его в последний путь. Представил нынче пред собой его я в парчевой филонии, с каймой блестящей, литой, в тумане синих благовоний, когда под звон колоколов идет в весеннем крестном ходе среди зеленеющих хлебов, благословляя жизнь природе. Господи, помилуй, Господи, помилуй.